модель какие-то из категориальных переменных, которые были нами убраны, поскольку исходно мы старались сделать линейную регрессию только с интервальными и псевдоинтервальными предикторами. Каким образом допустимо помещать категориальные предикторы в линейную регрессию? Есть такой способ, он теоретически не очень обоснован, но эмпирически есть определенные свидетельства в пользу того, что данный способ дает интерпретируемые, значит, адекватные результаты. Это использование фиктивных переменных. Этот способ основан на том факте, что дихотомические переменные поддаются интерпретации и в случае применения средней арифметической, и в случае применения стандартного отклонения. Таким образом, весь подход состоит в том, что категориальные переменные превращаются в дихотомические, если они таковыми исходно не являются. Например, переменная страна. 29 категорий в этой переменной. Если мы хотим изучить влияние проживания в каждой из стран, этих 29 стран Европы, на удовлетворенность трудом, то мы должны создать 29 новых дихотомических переменных. Ну, в частности, Албания, да, нет, Бельгия, да, нет, Болгария, да, нет, и так далее. Давайте возьмем не все страны в нашу модель, а только три страны. Российская Федерация, Германия, как страна с наиболее высокой производительностью труда, по крайней мере, среди европейских стран, и Израиль, поскольку в дисперсионном анализе мы видели, что в Израиле одна из самых высоких степеней удовлетворенности своей работой. Поэтому нам потребуется создать три новых переменных. Россия 1.0, да нет. Германия, да нет. И Израиль, да нет. Для того, чтобы быстрее производить перекодировку, у меня есть шаблон.